Дорогие уважаемые друзья, у нас есть для вас радостная весть. В нашей церкви проходят домашние группы. Именно на них вы можете не только получить ответы на все интересующие вас вопросы, но и прекрасно провести время в изучении Слова Божьего, в молитве, в хлебопреломлении и, конечно, в чудесах Божьих. Домашние группы – это то место, где ты духовно растешь. До полной информации ты можешь обратиться к Груздеву Тарасу, Новину Сергею, Новокомукову Андрею, ну и ко мне, Ржаеву Николаю. Мы очень ждем тебя. Добрый день, дорогие друзья! Хочу вас пригласить в одно из служений нашей церкви. И это служение называется служением благовестия. Мы проповедуем Евангелие везде, где это только возможно. Мы служим в больничных учреждениях нашего города, и не только. И мы видим, как люди исцеляются от разных неизлечимых болезней и переживают рождение свыше. Многие из этих людей сейчас стоят рядом с нами. Если ты хочешь стать частью великого поручения Иисуса Христа, то мы приглашаем тебя, мой друг. И это то служение, которое сопровождается чудесами, знамениями и воскрешением из мертвых. И я верю, что именно твое свидетельство спасет многие жизни. Я жду тебя, мой друг. Привет! Мы молодежное служение «Иные». Мы двигаемся в творчестве и служим Богу нашими талантами. Если ты уже успел или успел напрячься, расслабься. Дальше будет легче. Три. Привет. Блин. Мы двигаемся в творчестве. Привет. Это бьюти-блог. Каждую субботу мы проводим молодежное служение для ребят творческих, музыкантов, а также артистов. Мы общаемся, играем, пьем чай и отдыхаем. Заводим новые знакомства и берем что-то новое для себя. И, кстати, христианство для нас не религия, это образ жизни. И это ни капли не скучно. Мы не стремимся казаться кем-то, кем мы не являемся. Мы лишь показываем, каково это жить с Богом и как Он может изменить твою жизнь. Если ты готов к нашим безумным идеям, которые не проходят ни одной субботы, добро пожаловать! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Надежда, я являюсь старшим командиром отряда царских охотников города Тольятти. Хочу пригласить вас в международное служение, которое есть на 5 континентах. Лидеры царских охотников объединяются с родителями, чтобы помочь ребятам принять важные решения и возрасти в отношениях с Богом, вовлечь их в приключения, наполнить знаниями и окружить заботой. Наша миссия – воспитать их активными служителями церкви, для которых служение Богу – это великая честь и ответственность. По всем вопросам обращайтесь ко мне.
спасибо. Я здесь. Всех со старым Новым годом. Русские все по два раза. Два Рождества, два Новых года. Молодцы мы. Чем мелочиться. Хочу с вами поделиться словом. Очень сильно взбудоражило оно меня в Москве в воскресенье. Год у меня начался с двух конференций в Москве. С двух конференций. Уже запланированы еще три конференции на этот год в Москве. Что когда Господь Москву открыл, все движется так. И я очень сердцем готов вкладываться. Это столица. Это очень важно там служить. Очень важно помогать церквям. И благословение такое, что церкви открываются из разных абсолютно движений, там, деноминаций и так далее. Это очень хорошо. И вот там слово одно пришло, почувствовал, что надо им здесь поделиться. Евреям 11 глава. С 1 по 4 стихи. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, в ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим так, что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес жертву Богу лучшую, нежели Каин. Ею получил он свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Вера есть реальность ожидаемого и ощутимость невидимого. В одном из переводов так первый стих звучит. Вера есть реальность ожидаемого и ощутимость невидимого. Для меня уже вот, ну, второй десяток лет я реально ощущаю невидимое. Мне сложно верить в Бога без ощущений. Потому что если Бог дал нам способность к ощущению, то, во-первых, это для Него. Для Него. Способность ощущать Его присутствие. Как Библия говорит, когда вы будете меня искать, вы обязательно меня найдете. А найдя, вы обязательно будете меня ощущать. А я Бога не чувствую. Самая большая ложь, которую дьявол вколошматить мог в нашу голову. Кто сегодня почувствовал на улице что-нибудь? Почувствовали, да? Что как-то, о! Я аж думаю, вы вообще сломали некоторые вещи внутри, потому что обычно в мороз христиане не любят в церковь ходить. Они принимают благословение где-то у костра дома, там, у очага. То есть ты выходишь на улицу, ты чувствуешь, да? Чувствуешь же? Не потерял ощущение? Как дела? Что-то все плохо. Почему холод? Не чувствую. У нас здесь есть одна в Тольятти женщина, Снегурочка ее зовут. Она ходит по-летнему зимой. Такая, ходит по-летнему в зиму, в футболке там, ну, в юбке в какой-то. И говорит, я не чувствую, она говорит, я не чувствую холода. И это, ну, мы не считаем, что это нормально, да? То есть это необычно. Вот если ты не чувствуешь Бога, ты Снегурочка. Это необычно. Понимаешь, это, ну, не патология, а это необычное явление, потому что все нормальные люди чувствуют Бога.
Как? Было с тобой вот хоть раз такое? Раз и вдруг какое-то необъяснимое состояние счастья тебя наполняет. Это Бог. Потому что тебе миллион не подарили, два тем более. То есть ничего не произошло такого, с чего бы тебе вот так себя чувствовать. И тебя аж распирает. Ты почувствовал Бога. И Он хочет, чтобы ты это делал всегда. А бывало так вот необъяснимо, вдруг так раз, и все плохо, да? Это дьявола ты почувствовал. Так вот его чувствовать не надо. Пусть бродит там сам себе, без обнимашек вот этих с твоей стороны. Ощущение. Я ощущаю близость своих благословений. Вера – это когда я чувствую, я ощущаю, вот оно, мое, вот-вот, уже пришло. Я ощущаю это. И абсолютно уверен в том, что я сегодня не вижу. Почему? Потому что Бог это сказал. У меня есть доказательство, что Слово Божие – истина. Солнце встанет утром – это доказательство, что Слово Божие – истина. Село сегодня вечером – это доказательство, что Слово Божие – истина. Я уверен в том, что я еще сегодня не вижу, но оно уже произошло, потому что Бог над этим сказал свое слово. Мне просто нужно найти это слово. И этим словом действовать в своей жизни. Но я хочу о 4 стихе говорить. Верую Авель принес жертву лучшую, нежели Каин. В одном из переводов сказано так. Авель принес жертву приемлемей, чем Каин. Его жертва была приемлемая, нежели чем у Каина. Приемлемая. И я не о деньгах буду говорить, а не в том числе, а об отношении. Отношения. Есть приемлемое отношение, есть неприемлемое отношение. Вот то, как мы живем с Богом. Будь честен. Представь, это же Бог. Тот, с кем ты имеешь дело, это даже не твой начальник. Не твой муж, не твоя жена, не президент страны, не Трамп. Ты понимаешь, это Бог. И отношение к Богу, оно может быть либо приемлемым, как у Авеля, либо неприемлемым, как у Каина. Я такую вещь увидел. Вот, ну хорошо, Каин укроп выращивал, а Авель там был, скотина у него, все дела. И не проблема в том, что Каин выращивал зелень. Он был, ну, вот этим вот ботаником. Проблема в том, что он принес неприемлемое количество этого лука-бутуна. Или что он там приносил. Неприемлемое количество. Вот знаете, есть такой индекс Бигмака. Кто-нибудь слышал? Такое, в экономике такое понятие, оно не догма, а просто такое плавающее понятие в экономике, индекс Бигмака. То есть, когда берут и сравнивают стоимость Бигмака в разных странах, и стоимость Бигмака в России показывает недооцененность рубля. То есть, по индексу Бигмака доллар стоит должен 24 рубля, а стоит 75. По индексу Бигмака, потому что Бигмак в Америке стоит 5,5 долларов. А в России там 120 рублей или сколько там. И вот есть индекс укропа. Ну, к примеру, корова стоит, там сколько корова стоит? 3000 рублей, да, 5000 рублей. Ну, сколько там корова стоит, сколько-то, да? И вот есть же какой-то эквивалент к стоимости коровы, если коровы вмерить, ну, в укропе. Есть же? Понимаешь, да? Ну, вагон укропа стоит одна корова. То есть, если бы Каин принес бы приемлемое количество укропа Богу, приемлемое, Бог бы сказал, вау, пацаны, вы вообще меня оба удивили.
Вы понимаете, да? И внутри тебя живет две этих природы. Внутри тебя твой мозг и твое сердце. Мозг – это Каин. Сердце – это Авель. Сердце всегда хочет принести приемлемую жертву Богу. А мозг всегда говорит «укроп». Укроп, 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 укроп. Причем, чем меньше, тем лучше. Я покажу кое-что вам еще в этом тексте. Но в чем сила была? Ну, сила жертвоприношения Авеля. Он заставил мозг выбирать лучшее. Он мозг заставил выбирать лучшее. Помните, как Папандополо делил шмотки? Это тебе, это мне, это снова мне, опять мне, постоянно мне. Лучшее. Лучшее. Когда он увидел, что штаны лучше, чем пулемет, он пулемет отдал. И взял штаны. Лучшее. Каин мешает нам жить хорошо. Потому что мы себе не берем лучшее от жизни. Вы даже молчите. Потому что это Каин не дает тебе лучшее от жизни взять. Мышление Каина. Я возьму что похуже. Я страдать рожден. Я еще верующий. Страдать, страдать, страдать. Мне похуже кусочек. Я не знаю, мне всегда хочется получше кусочек взять. Ой, я не буду, я скромный, я здесь в углу постою, вы там празднуете. Кого сейчас? С чего это? Да, Тарас? Это вы там в углу стоите? Я хочу. Но есть одна ловушка в этом. Что когда Авель шел к Богу, он говорил так. Бог мне дал так много хорошего, и я выберу из этого лучшее для него. Лучшее. И ты можешь брать от жизни лучшее, но приходить к Богу с укропом. Худшее приносить ему. Худшее, неприемлемое. Неприемлемое время. Представьте, религия как извращает отношение человека к Богу. Приходи иногда. Иногда. Проси всегда, но приходи иногда. Раз в пятилетку. Приходи иногда. О чем споры у всех христиан? Сделайте просто срез. О чем спорят христиане? О десятинах спорят. Бьются за укроп. Как себе оставить побольше? Как оставить себе побольше? Вот у меня логика простая. Лучшее Богу. Потому что Он не кроил на моем спасении. Он не сидел вот так вот, ангелов не перебирал. Есть такой бренд, у него... Ну, его логотип вот этот вот, ангел с костылями, хромой. Знает кто-нибудь, джинсовую одежду шьет? Знаете? Простите. Ну, такой, ну, околопремиальный бренд, ангел с костылями. Там четыре буквы, я не помню, как P-S-P-R, что ли, не помню. Ангел с костылями. И такие шмотки классные. Но я не могу их покупать из-за логотипа. Не могу. Но классные. Я говорю, зараза, зачем вы придумали этого хромого ангела? Ну, придумали бы что-нибудь другое. Потенциального клиента отшили.
И каждый раз, когда я смотрю на этого хромого ангела, я не представляю, что Бог, спасая меня, он мог бы вот так вот, а вот есть тут у нас плешивый один, уже не летает. Он такой, как Ту-154. Был хороший когда-то, но у него он уже тут столько тысяч лет куролесит по вселенной, уже все, не взлететь не может. Ничего, не все, лысый уже, просто все перья выпали. Его отдадим. Бог отдал самое лучшее за меня. Его жертвенность по отношению ко мне проявлена. Как могу я поступать как Каин? Неприемлемые вещи, неприемлемое пожертвование, неприемлемое время, неприемлемое отношение к церкви, неприемлемое отношение к служителям, неприемлемое отношение. Я не могу. Я хочу, чтобы моя вера говорила, даже когда я мертв. Написано, что вера Авеля говорит до сих пор. Вера, которая говорит, она материализует то, о чем говорит. Если вы не поняли. Я могу быть духовно слаб, но моя вера будет говорить из-за моего отношения. Из-за того, что я приемлемые вещи жертвую Богу, приемлемо отношусь к Нему, к служению отношусь приемлемо. Аллилуйя. Хорошо, что вы замолчали. Это значит, я добрался до того места, где я хотел бы поработать. Актом веры, еще один перевод, актом веры Авель принес Богу жертву лучше, чем Каин. Именно то, во что он верил, а не то, что он принес, изменило ситуацию. Вот это Бог заметил, там сказано, и отметил как праведное. Одна из английских версий Библии. Так, подожди, но он же принес лучшее. Да, но ты не можешь принести лучшее, если ты не веришь в то, что произойдет благодаря этому. Бога впечатляет не действие, а вера в то, что произойдет благодаря этому действию. Ты понимаешь, иногда действие может быть впечатляющим, но веры в этом нет. Есть манипуляция какая-то или религия. Почему богатые, которые клали много в сокровищницу Иисуса, не впечатлили? А женщина, которая положила все дневное пропитание, но это было всего 2 лепты, впечатлила Иисуса. Потому что она верила. А эти играли в игры. И когда ты веришь, то, что произойдет благодаря акту твоей веры, тогда ты, во-первых, принесешь Богу лучшее, а во-вторых, ты получишь результат. Скажешь, да ну, мне 100 лет нужен результат, как у Авеля, по башке брат дал и убил. Ты знаешь, мы даже не представляем, я вам попытаюсь объяснить, что произошло благодаря жертве Авеля. Я вам покажу это. Книга Бытие, 4 глава. Чтобы мы видели результат Авеля. Я первый стих сначала прочитаю. Адам познал Еву, жену свою, она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. А про Авеля ничего не сказала, она просто его родила. То есть изначально Ева получила слово, что Каин от Бога. Каин от Бога. Я хочу каждому из вас сказать, худшее ваше состояние может вас приблизить к Богу. Очень сильно. Если вы позволите этому действовать, хотя бы в сравнении. Если бы он просто посмотрел, как действует его брат. И хотя бы в сравнении бы начал действовать. В сравнении. Слушай, чувак, а почему ты так?
Ты понимаешь? Бог есть. Да, но Он нас выгнал. Мы вообще живем в проклятии. Он нас выгнал из Эдемского сада. Возможно, Он не очень хороший. Мы же понимаем, почему мы относимся поверхностно к чему-то. Потому что мы не видим в этом тупо выгоды. Мы имеем огорчение. Мы не понимаем, что это может привести нас в настоящий серьезный прорыв. Поэтому Бог всегда дает каждому Каину пример. Всегда перед носом у нас будет пример Авеля. Пример того человека, который, может быть, не имеет какой-то высокий статус или высокий авторитет, но он поступает по сердцу. Просто поступает по сердцу. Что же сделала вера Авеля? Двадцать пятый стих. «И познал Адам еще Еву, жену свою, она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа Бога». Начали во множественном числе. Начали. То, что делал Авель один, и то, что стали делать через одно поколение после него, через. Люди стали призывать имя Господа. У Каина очень сложная была судьба. Он пришел, Бог посетил его и сказал, ты проклят из-за этих вещей. Ты станешь изгнанником. И Каин говорит, он две вещи, о которых сожалел, Каин говорит, я потерял твое присутствие, первое, и второе, моя жизнь под угрозой теперь. И знаете, что произошло? Бог просто поставил печать на его жизни. У меня такой вопрос, Господи, а почему ты не поставил печать на своем присутствии? Потому что две вещи одинаково важных его не устраивают. Бог настолько честный с нами, что если бы Каин, мне кажется, сказал, я теряю твое присутствие, как Давид сказал в 50-м псалме, я присутствие твое потерял из-за этой ситуации. Он вообще, никаких больше заявлений не было у Давида, вы помните? Он говорит, духа твоего святого у меня не забирай, все остальное мне по барабану. И Бог оставляет свое присутствие на Давиде. А Каин говорит, у меня теперь две проблемы. Я теряю твое присутствие, и меня могут убить. И Бог говорит, хорошо, раз ты считаешь слишком важной свою жизнь, я оставлю печать на это. И он настолько там, не знаю что, он знамение сделал Каину, что его убить не могли. Как это выглядело, я не знаю вообще. Что это было? Я не знаю, на небе узнаю. Это один из вопросов, который мне хочется задать в вечности. Ответа нет. И вроде бы все было хорошо. И вот через 3 или 4 поколения рождается Ламех. Или Ламех, я не знаю, как правильно его, прости меня, Ламех. И он рождается, и Библия говорит, однажды он говорит, у меня проблема, я убил 2 человек. Говорит, я убил одного мужчину из-за того, что он его или избил, или поранил, там они подрались, и он его убил, и какого-то юношу он еще там убил. Через несколько поколений выстреливает это убийство снова. Жизнь сохранена, но в этой жизни живет проклятие.
неправильные вещи, они выстреливают. А Авель, все, что он хотел, он потерял свою жизнь ради присутствия. Почему в Новом Завете мы и слышим такие вещи? Кто пытается душу свою сберечь, тот ее потеряет. А кто не держится за свою жизнь, тот обретает жизнь. И ты можешь в церкви видеть, как люди живут в параллельных мирах. Кто-то настолько фанатично служит Богу, но у него жизнь расцветает. А кто-то всеми силами держится за свою жизнь и реально ее не живет. Что жизнь в мучении постоянно. Ты вроде бы праведник, но живешь как язычник. И что произошло благодаря жертве? Ева услышала, что Бог восстанавливает вот это семя. Вот это семя. Бог восстанавливает через Еву, потому что она мать жизни. Восстанавливает через нее семя вместо Авеля. Чтобы люди стали снова призывать имя Господа. Чтобы люди хотели Бога искать. Вот ты можешь жить обычную жизнь, и вокруг тебя никто не хочет искать Бога. Никто. А есть христиане, вокруг которых люди начинают искать Бога. Они начинают хотеть искать Бога. Я обычный человек, друзья. Обычный. Но посмотрите, здесь сотни людей, которые пришли искать Бога в среду в минус 30. Вечером в минус 30 они пришли искать Бога. Не потому, что я особенный. Не потому, что там что-то, чего-то. А потому, что однажды кто-то сделал акт веры ради присутствия настолько сильный, что до сих пор это говорится. В духовном мире звучит желание Авеля дать Богу лучшее. Дать Богу лучшее, чтобы люди снова стали призывать имя Господа. Так жить, чтобы когда ты уйдешь, люди продолжали призывать имя Господа в том труде, который через тебя Бог сделает. Но для этого нужно научиться жертвовать по-настоящему. Самое лучшее Богу давать. Самое лучшее, лучшие деньги, лучшее время, лучшие эмоции, лучшие, не знаю, ситуации жизненные, когда ты выбор делаешь, а не быть как Каин. Я вроде бы и присутствие теряю, и жизнь теряю. Когда ты выбираешь, пойти в собрание или не пойти, предпочитать остаться в своей жизни или бежать в присутствие. Когда ты выбираешь пожертвование, послушайте, друзья мои, жить в изобилии невозможно, если ты не жил в скудости. А скудость не только из-за того, что ты нищий, а из-за того, что ты лучше отдаешь. У тебя постоянная скудость из-за того, что ты жертвуешь, 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 жертвуешь. Хватит нищете слишком много почестей воздавать. Я вам честно скажу, большинство в моей жизни под названием скудость имело место потому, что я все отдавал. А не потому, что я мало имел. Приходило много от Бога, просто я все отдавал. Отдавал, 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 отдавал. Вокруг меня миллионы поднимались в недвижимости. Но в моей личной жизни была скудость. Вот что такое настоящая скудость, а не нищета. Я умею жить в скудости, живу в нищете. Сколько ты отдаешь? Если ты не отдаешь, как Авель, значит, это твое состояние, и только это не скудость библейская, а нищета. И тебе нужна благая весть. Тебе нужно присутствие Божие, которое объяснит тебе, что нищета – это первое, что было разрушено в помазании Иисуса. Если ты прочтешь Исаию 53 главу, там написано проповедовать нищим. И только потом исцелять.
что если спросить церкви, сколько людей нуждаются в исцелении от неизлечимой болезни, мало. А спросить, сколько людей нуждаются в деньгах, все. Все до одного. Если ты хочешь, услышь голос крови Авелевой и начинай призывать имя Господа. Начинай искать Его присутствие. Восстанавливай эту страсть, восстанавливай эту жажду, восстанавливай этот голод. По присутствию Божьему. Мы скоро восстановим свои пятничные служения. Войди в сверхъестественное. Просто из-за того, что мы там затеяли все эти переделки, этот интерьер двигаем. Просто хотим, чтобы не мешать сейчас, чтобы парни, кто платит эту цену и приводят там все в порядок, чтобы не мешать это, как можно больше вечеров освободить. Но мы восстановим все это. Но я тебе хочу сказать, это не религия. Ты можешь дома в это время искать присутствие. Просто закрыться в комнате. Если ты с кем-то живешь, уйди в ванную. Возьми на 5 минут больше своего время в душевой. Просто скажи: Бог, мне присутствие твое нужно. В туалете, а это не свято. Да плевать, я столько лет в туалете молился. Уже больше негде было. Негде было. Вся моя духовная жизнь между унитазом и ванной проходила. Под раковиной. А что делать? И вечерю там принимал, и молился там. Просто из-за присутствия, что высвободил Авель, он семя вернул сверхъестественно. Ева сказала: Бог мне сказал, Бог мне сказал, что Он восстанавливает семя Авеля. Представь, в начале этой главы Бог вообще ничего про Авеля не сказал, когда он родился. Он был обычным. А стал тем, о ком Бог стал разговаривать. Вот в чем сила. Человека, который Богу отдает лучше, о нем Бог начинает разговаривать. С людьми начинает разговаривать. Мне Бог сказал о тебе. Это первое, что я пережил здесь, в Тольятти, на миссии. Когда я взял первого бомжа с улицы, сделал его царем вообще. Обувь ему постирал, на диван его положил, спать уложил. Сам на простыне лег на пол. На простыне на пол. На одну половинку лег, второй прикрылся. И когда мы утром с ним проснулись, я ему сказал: мы сейчас помолимся, и Бог даст нам еду. Бог даст нам обед. Он ржал, сидел. Он безумный был. Я говорю: отец, я молюсь, чтобы он слышал, что я говорю тебе. Ты сказал, твое слово говорит, что прежде чем я начинаю говорить, ты знаешь мою нужду. Но чтобы он услышал, дай хлеб насущный на этот день. В обед звонок в дверь, сестра со слезами стоит из церкви. Мне Бог сказал тебя накормить. Бог сказал тебя накормить. На тебе кастрюлю плова горячего. Кастрюля так появилась у меня. И одеяло, в которое это было замотано. Просто Бог знал, что нам нужна кастрюля. И мне нужно одеяло, потому что на простынке не очень. Не очень спать на простынке. А на одеяле уже. Можно на одеяле спать, простынкой накрываться. Уже помягче. Мне Бог сказал это сделать. Если я спрошу, большинство здесь даже ни разу в жизни не переживали подобных вещей. Да? Не было же. Честно, есть. Ну скажи, что не переживал я, пастор, но хочу. Кто-то хочет, чтобы Бог о тебе начал говорить с людьми. Хочешь? И ты никакой не великий, там я сидел, да, вообще никакой не великий. Гильманов, кто такой, не знаю. Но Бог пришел кому-то и сказал: иди, давай на кухню, шевели плов, его кормить надо.
Как это происходит? Когда ты как Авель живешь. Тогда обязательно Бог найдет человека, который ищет его присутствие, который призывает имя Господа. А что значит призывать имя Господа? Когда ты молишься, Иисус, ты призываешь имя Господа. Я на днях какую-то, не помню, что, откуда эта мысль, то ли в телеке, то ли по радио мелькнула. Простая мысль вообще. В крови зашито имя. И меня вдруг осенило. Но реально, это же генотип. Когда в генотипе прошито имя, я такой думаю, в крови Иисуса прошито имя Иисуса. И когда мы призываем имя Господа, кровь Иисуса омывает нас. И представь, человек, который приходит и призывает имя Господа где-то. И в этот момент Бог ему говорит, сделай это для вот этого человека. Сделай это для вот этого человека. Нам нужна эта мистика с Богом. Нам нужно вылезти из этого танка своей безнадежности. Я не знаю, как это произойдет. Отдавай Богу лучшее, Он заговорит о тебе с другими людьми. Я еще раз повторю, я не был каким-то знаменитым, еще каким-то там еще. Я просто бедный миссионер, который хочет страстно спасать людей. И вот Бог дал мне первого человека, и мне его нужно накормить сверхъестественно. Что у меня денег нет. Еды нет, ничего нет. Позвонить даже некому. И вдруг эта девушка, она встает и призывает имя Господа, и Бог ей говорит обо мне. Как с Евой говорил об Авеле. Ты должна заново родить человека, чтобы через него произошло то, что Авель не успел доделать. То, что он хотел. И он сделал это своей жертвой. Он поменял человечество. И он вернул человечеству способность и страсть призывать имя Господа. И до сих пор его жертва работает. Аллилуйя. Представь, ты можешь такую жертву однажды принести, что тебя нет, а она работает. Что я делаю сегодня? Да ничего. Во многих вопросах я ничего не делаю. Но тысячи человек продолжают получать вдохновение, ободрение, вставать в служение. Из-за той жертвы, которая принесена. Постоянно пишут, хотят спасаться, хотят служить Богу. Почему? Жертва принесена. Я отдал Богу лучшее, я молодость Ему отдал. Я сейчас стою, мне 48 лет весной, а я только жить начинаю, как Печкин. Я только жить начинаю. Я такой, Господи, как вот это? И я, знаете, что слышу внутри? Я компенсирую. Я компенсирую. Я молодец, 28 лет, когда Иисус по милости меня спас, до сего дня, 20 лет без малого. Я провел в квартирах, в зданиях, на конференциях, в служении, днями, ночами, в поездках миссионерских. 20 лет – это хорошая жертва. Я отдал лучшее. Лучшее. И я знаю, 100% знаю, 100% знаю, что я это сделал бы еще раз. Я не жалею. Я не делал это из-за выгоды, из-за какой-то корысти. Я не делал это вообще ради какого-то воздаяния, потому что сложно было поверить в воздаяние. Я верил, что я могу пойти и спасти одного наркомана. Но мне было сложно поверить. Но Бог учил, когда ты приходишь в Его присутствие, ты должен осязать то, во что ты веришь. Я говорю, Господь, я не могу осязать себе. Я могу осязать для Тебя, для Твоего Царства, осязать здания вот эти вот, имущество, все, что есть.
Это пришло, потому что я в присутствии Божьем осязал это. Не от способности, не от связи, не от чьих-то денег, из-за того, что я осязал. Призывал имя Господа и осязал. В своей вере осязал это. Друзья, пожалуйста, верните в свое сердце на главное место Авеля. Верните того, кто будет желать встреч с Богом. Верните, иначе вы потеряете все. Вы потеряете свою настоящую жизнь. Вы будете жить жизнь, которая не похожа на жизнь христианина. Вы перестанете получать удовольствие, наслаждение, перестанете верить во что-то. И все однажды придет такое состояние, да все ерунда, да во имя чего? Когда я в Москве стоял на этой конференции, на одном из служений, я увидел небо открыто, реально. И ангелы присутствия, два ангела стояли вот так чуть левее возле алтаря. И я Иисуса видел. Как видел? Я видел силуэт в огне. Далеко, далеко, в открытое небо, как туннель было такое, открыто. И там огонь был. И он стоял там, как силуэт, и эти два ангела стояли. Я начал слышать, это те же ангелы, которые были в тот день, когда Иисус был вознесен. И эти ангелы говорят, иди и жди посещения. Иди и жди присутствия, иди и жди, когда Дух Святой будет сходить. Чтобы сделать пробуждение, чтобы принести потрясение в народы. Иди и жди. Не смотри на этот сезон. Он вернется, я прям слышал это. Он вернется тем же образом, которым был восхищен. А ты иди туда и поведи всех за собой. Поведи туда, где Дух Святой будет сходить. Поведи туда, где сила Божья сходить будет. Поведи туда, где слава Божья будет сходить. Поведи в ожидание, в эту страсть, потому что мы свидетельствуем об Иисусе. Эти два ангела, которые свидетельствуют о присутствии Иисуса, что есть присутствие Господа, есть присутствие Духа Святого, есть присутствие Бога Отца, проявление Бога. И когда приходит присутствие Иисуса, происходит пробуждение, потому что именно Иисус был послан для пробуждения. Он стал демонстрацией того, что делает Бог через человека. И он говорил, я сделал, вы сделаете больше, чем я. Я говорю, Боже, пожалуйста, там такая слава была, такое присутствие было. Это все, что я хочу, Иисус. На самом деле, все, что я хочу, это только Твое присутствие. Призывать имя Господа, это все, что я умею. Я ничего больше не умею. Я сегодня пришел в свой офис, там все пылью покрыто. Я сказал спасибо внутри своего сердца, спасибо. Там нет никакого эффекта от моего присутствия. Ничего не говорит о моем присутствии, но все в служении говорит о присутствии Бога. Для меня это как знак пророческий. Я пришел в эту точку, то, о чем я мечтал, получилось. Церковь, которая не на мне будет построена, а на присутствии Божьем. Потому что самая большая фишка нашей генетики, ничего не понятно, все делает Святой Дух. Это наша генетика. При всем этом есть порядок, есть дисциплина, есть какая-то отчетность, есть какое-то очень высокоорганизованное движение. Но при всем при этом никто не может расшифровать, как это происходит. Дайте нам модель. Нету. Ну в чем фишка? Дух Святой. А вы кричите в духе, ну если приспичит, если запор, то кричим. А если мягенько все, просто балдеем. И как часто запор, очень редко, слава Богу. А вы это делаете, а вы то делаете, а что не поститесь в этом году? Постимся. Как? Жрем и тратим деньги на Царство Божие.
мужики оказались настолько крутые, что уже полтора бюджета церковных освоили. Сверх того. Сверх того. Почему? Потому что Бог давно мне сказал, когда ты сделаешь шаг из лодки, вода станет твердой. Единственное, что тебе нужно, чтобы увидеть, как движется моя слава в жизни людей, давать им задание. Создавать движение. И в этом движении будет мое движение. А сидеть и ждать, что ждешь? У людей разные ожидания. Елисей идет. Что ждешь, Елисей? Милоча шандарахнется. Я в два раза мощнее стану. А вы что, пацаны, ждете? А мы ждем, когда твой батька вон на тех холмах брякнется. Там вот он шандарахнется. Мы пророчески видим, как он не долетел до неба. Илия твой. Движок стуканул у колесницы на 6000 метров. И все, хлобысь. Мы ждем. Пойдем потом, кутью сварим, кисель там, поплачем. Великий был человек Илия. Фисфит, как его там тянет. Они пророчески ждали трагедии. А Елисей пророчески ждал помазания. Пойдем, да. Что ждет мой дух? Что это церковь, призывающих имя Господа. Что здесь жертва Авеля говорит до сих пор. Что здесь культура отдать Богу лучше. Здесь нет культуры нам бы. Богу лучше. Я даю Богу лучше. Я не хочу, как Каин, приносить эти странные неприемлемые жертвы. Неприемлемые. Когда я знаю, сколько стоит жизнь, и знаю, точно знаю, что мое пожертвование ничего не стоит, оно неприемлемое, я отвергаю это. Я заставляю свой мозг слушать свое сердце. Я беру пожертвование, которое действительно приемлемо. Послушайте, нам нужно освободиться от нищеты. Через даяние только это возможно. Нам нужно реально прекратить давать ничего не значащие пожертвования. Вот когда у меня будет, никогда не будет. Никогда не будет. Никогда. Вера ощущает, осязает невидимое. У меня уже есть. У меня уже есть. Я иду куда-то, чтобы получить то, что принадлежит мне по праву. Оно уже есть. Я буду жертвовать только приемлемое, отдавая отчет, что это приемлемо. Вот это приемлемо. Приемлемо. А это неприемлемо. Прорывы. Когда у Каина рождается Енох, первый ребенок. Библия говорит, Енох ходил перед Богом, но ни на кого не повлиял. Енох стал одним из трех, кто в теле ушел на небеса. Он Иисус ушел на небеса в теле. Енох ходил перед Богом и не стало его.
Что это за вера, которая только себе? Слава Богу, но только себе, ни на кого не повлиял. Потому что через два поколения после Еноха рождается Ламех, который становится убийцей. И жертва Авеля, которая сразу высвобождает поиск Бога. Сразу высвобождает в народ, в человечество поиск Бога. О, это такой хороший человек, на кого он повлиял? Я хочу видеть плод всех этих мистиков ютубовских. Хочу видеть плод всех этих служителей, которые с Иисусом чай пьют. Как Сергей Лукьянов говорит, каждый день в своей голове с Иисусом чай с печеньками пьют. Но ничего нет. Какие-то только рассказы. Что они там видят, что они там переживают, как они по небу ходят. Вокруг что происходит? Начинает ли народ имя Господне призывать? Или как Енох ходил перед Богом и не стало его, а через два поколения внук убивает людей. Да, мы можем сказать, каждый за себя, каждый за себя. Но Библия говорит, мы благословены до тысячного рода. Нет проклятых. Так должно быть. Но если через три или четыре поколения кто-то становится убийцей, то это называется по-другому. Это называется по-другому. Мне нужен Иисус. Мне до сих пор Он нужен. Я до сих пор без Него ничто. Я до сих пор без присутствия никто. Я знаю, ты справишься, я не справлюсь, представь. Я не выживу. Ты сможешь работать, делать ремонты, мыть машины, работать в такси, заниматься бизнесом. Я умру просто. Я не могу без церкви. Я не могу без Бога. Я не могу без присутствия. Я не могу. Я просто умру. Нет греха. Я не смогу выжить. У меня профессии есть, способности есть. Все это пыль, мусор, навоз. Как Павел говорит, это ссор, это мусор, я на это вообще не смотрю, я не смогу, просто не смогу. Не смогу. Я не смогу, как животное, выживать, биться, за еду сражаться, не смогу, я просто скажу, забери меня. Это не жизнь. Без тебя это не жизнь, это мусор, это мрак, это пустыня. Безводная, сухая. Религия без присутствия. Во имя чего? Бормотать что-то в никуда. Жаловаться кому-то, не зная кого ты имеешь в виду. Призывайте имя Господа. Авель просит, призывайте имя Господа. Кровь его кричит, призывайте имя Господа. Бог, который заговорил от этой жертвы с Евой, чтобы поколение поднялось, призывающее имя Господа. Приди, Господь. Я призываю имя Иисуса против всякой болезни. Против всякой лжи, против всякого беса. Я призываю имя Иисуса. Приди, Господь. Пусть придет Твоя слава и утишит шторм.
Пусть придет твой огонь и сожжет веревки, которыми я связан. Пусть придут ангелы твои и разобьют мои оковы. Пусть спадут с рук и ног моих. Пусть тюрьма выплюнет меня. Господь, говори со мной. И говори с теми, кто призывает имя Твое обо мне. Я лучшую жертву Тебе принес. Лучшее, что было. Лучшее, что было. Лучшие годы, лучшие деньги. Лучшие эмоции Твои, Иисус. Я себе так мало оставляю. Все ради моих детей, все ради нашей молодежи, все ради тех, кто будет призывать имя Господа после меня. Я не хочу, чтобы мой сын как Енох был. Я хочу, чтобы он как Сив был. Поэтому я лучшее отдаю. Я не хочу, чтобы мои праправнуки были как Ламех. Чтобы грех оккупировал мое будущее. Нет, Иисус! Я призываю имя Твое, как семя Авелева, как семя лучшей жертвы. Мои пасторы лучшее отдали Тебе. Лучшие годы, лучшие деньги. Они отдавали все лучшее, чтобы я выжил, чтобы я спасся, чтобы я вырос до этого дня. Я как Сив. Иисус, пожалуйста, пусть эта церковь будет как Сив. Пусть из-за этой церкви в городе тысячи и десятки и сотни тысяч призывают имя Господа. Не дай нам жить для себя. Не дай нам быть как Енох. Дай нам, Иисус, быть как эти ребята, которые влияют в вечности впоследствии стольких тысячелетий. Жертва Авеля говорит здесь сейчас. Сейчас, здесь. Ребо шалара масы. Лебраке буду гобрахата лабриги сато лобру кошет. Эла рама дигисите, броки лама дигити лама. Лебраке буду гумахади. Лебрака буду годамади. Я призываю имя Иисуса. Я призываю имя моего Господа. Против всякого врага в моей жизни. Против всякого демона, атакующего меня. Я призываю имя Иисуса. Против болезни, немощи, обстоятельств. Приди, Иисус. Приди, Иисус! Приди, Иисус, всей своей славой, всей своей реальностью! Посети нас! Посети этот город! Посети эту землю! Посети эту страну, Иисус! Пусть Твое присутствие,
твоя реальность, твое посещение откроется нам. Явись нам. Явно, тайно, в снах явись. Не ради нас, а ради народа нашего. Не ради меня, ради церкви. Ради города. Ради страны. Я снова и снова зову тебя. Я снова и снова зову тебя по имени. Иисус, Сын Давидов, Мессия, Царь мой, Господь мой, Бог мой, друг мой, первородный между братьями, приди! Приди, откройся нам! Откройся нам! Откройся нам в твоем присутствии! Откройся нам, откройся, откройся, откройся! Что есть? Я не слышу себя, поднимите меня, я вообще не слышу. Иисус, откройся нам! Откройся нам! Откройся нам! Откройся нам! Откройся нам, Иисус! Это Бора Багетти, на прямо чем-то не проки, на море мужчины, бери реки, цепили. Пусть твоя слава придет! Пусть твоя слава придет! Пусть твои ангелы придут! Пусть твоя слава придет, Иисус! Пусть твои ангелы придут! Это на промощать или прекрасно! Я призываю имя Твое. Я призываю имя Твое. Ибо нет другого имени, которым надлежало бы спастись. Нам никто не поможет, кроме Тебя. Нам никто не поможет, кроме Тебя. Ни один политик, ни один чиновник. Нам поможет только имя Твое. Зебракело, бодоро, гелама, кана, рабасам, ракети, лара, башана, ремо, дого, вима, харимо, дого. Лера, баке, бодогу. Лера, баке, лебо. Rabade bo shamarengi le mudogo maganda. Rabore gele bale. Rabode gele bo shalari. Rolo broza la breke da breke to broke da breke se breke da boda.
da na rabošani, da na more kalamosana, raba de zanobo, raba de kretono proze debra, lene baza brogoša brake se te, da na brogo da bane gede na bare gozo do bari, le bleke za to mošata raba, raba za obroke bade, ze breke le mošali, la breza dola, ze breke la more kalamasa, o brakeni, Se broko baša dereza, broko to bagata, raba baša de vodu. Za remoto kovani, rake de vosa fe. La bregi, da la mora gaza dola, raba de baša la raba ke de ribu. Se bregi de vada, toro no moša dada, de rehez, le broho. Raba va de gozo, to roko bagaša de. Событий, которые происходили в человечестве, и он мечом своим очерчивал вот так, и это была огненная стена, и эти события, они не могли затронуть Божий народ, и он показывал мне гору, на которой мы стоим, и он показывал, что никто не сможет даже приблизиться. Огромный, он как из золота, которое как огонь, непонятное даже, что это, золото, которое как горит. С огромным мечом, практически в его рост, меч у лица начинался вот так. Он его вот так держал, что лица не видно из-за рукоятки с руками. Что бы ни происходило, вот так вот очерченная стена огня. Там все горит, там проблемы какие-то. Но настолько далеко от горы Божьей. Насколько видно это? Это видно, но это всего лишь информация для глаз. Это всего лишь страх высвобождает. Но это не высвобождает прикосновение к нам. Я слышу все эти слова. Он говорит со мной словами из Библии. Просто эти слова. Он молчит, я не вижу его лицо. Руки вот так меч держат. Но просто как будто появляются в духе все эти тексты из Библии. Падут возле тебя тысячи, десятки тысяч, одесную тебя. Вот будут приближаться к тебе, но не приблизятся. И слышу, как будто все эти обещания вращаются вокруг него. Эфир. Эфир наполнен этим словом вокруг него. И не только вокруг него, вся эта территория, которая до огненного этого круга. И я спрашиваю его, а почему я не вижу, что сзади все вот, я вижу, как справа начинаются эти события, и слева они, но я не вижу то, что сзади, так будто серое все такое. Я слышу то, чего ты не видишь, об этом даже беспокоиться не надо. А все, что ты видишь, под моим контролем. Мой тыл надежно прикрыт. Там шалом сзади меня. Телябор гумаката на реке зебраке бор. Лебраке бор собрако маха.
Лебрабады, зебрикила мадуму, рабады кеши дебри. Тела рабуду гумага, дара рамага, зады. Тела рабуду гушабады, ребага, дубу були. Тела бага, буша, лили, баха. Oh,
вижу эти эритроциты прям вокруг. В крови прошито имя. Так много исцеления здесь. Так много свободы здесь. Так много прорыва здесь. О. Мы ничего для этого не сделали. Мы просто призвали его имя, и он сам пришел. Призвать имя – это позвать персону, позвать личность сюда. Делай это в своем доме. Делай это в своей семье. Делай это, пусть он приходит. Не жалуйся, призывай. Он лишнее вышвырнет. Он все, что помешает тебе быть с ним, уберет сам. Никаких усилий. Никаких усилий. Просто страсть. Просто ты хочешь. Потому что он хочет. Потому что Авель платил эту цену. Авель подставил голову. Я слышу внутри себя, что сделал Каин. Он хотел уничтожить это мышление, посвящение. Он взял этот камень, чтобы разбить этот мозг, который допускает такие вещи с Богом. Мозг своего брата. Этот дух сегодня также атакует. И пытается убить нас, это мышление о посвящении. Убить то, что послушно сердцу. Убить мышление, которое послушно страсти. Это грех, который лежит у порога. И Бог говорит: господствуй над ним. Бери власть сейчас над этим грехом. Грех отступничества, грех теплоты, грех бросить призвание, грех поставить себя выше слова, грех не признавать власть, священство и власть, установленную на земле, грех убийства в себе лучшего, что Бог тебе дал. Это мышление, подчиненное сердцу. Мышление, которое отдает лучшее. Мышление, которое не держится за свою земную жизнь, а держится за присутствие. Мне не за что держаться. Я умер с ним. Я, как Толя Гельманов, умер с ним. Чтобы воскреснуть с ним, как муж Божий. И что ныне живу во плоти, то уже не я живу, но живет во мне Христос. Я не вижу перспективы, правда, правда. Я пытался себе представить, как вдруг, если вдруг я вне церкви, я без церкви, я просто пытался представить. У меня нет никакого шанса. Я честно себе сказал: Иисус, я не смогу, я не смогу, ты все для меня. Ты жизнь. Ты жизнь. Ты не просто путь, ты не просто истина, ты моя жизнь. Все остальное не про меня. Я не смогу быть обычным. Не смогу. Не смогу после того, что я видел с ним. После того, что я чувствовал с ним. После того, что я знаю с ним. Не о нем, а с ним. В реальности. Я священник не от буквы, но от духа.
После всего этого я не могу быть обычным. Не могу. Меня пытались соблазнить быть обычным. Я не стал, не смог. Я не вижу в этом перспективы никакой. Мне предлагали столько, о чем люди даже мечтать не могут. Я говорю, нет, нет, ребята, Иисус есть. Иисус живой. Иисус призвал меня. Иисус говорит со мной. Все остальное мусор. Все остальное пыль. Попробуйте. Попробуйте так жить. Поколение Сифа. Попробуйте жить, призывая имя Господа. Вкусите это. Поверьте, вы это ни на что не променяете. Никогда. Перед тем, как уйдете, дайте какое-то семя, как знак. Дайте то, что можно будет сказать, посмотрев на это, что это действительно, как Авель приносил, что это действительно приемлемо. Что это... Дорогой мой друг, я хочу тебе предложить сегодня помолиться молитвой покаяния. Это очень простые слова, но которые реально меняют жизнь и судьбы людей. Ты можешь просто тихонечко повторить за мной такие слова. Дорогой Небесный Отец, прошу Тебя, прости все мои грехи. Я верю, что Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы забрать каждый грех, каждую проблему и каждую болезнь из моей жизни. И я верю, что Он воскрес, чтобы оправдать меня. И я прошу Тебя, наполни мое сердце Духом Святым, чтобы мне лучше знать Тебя и ходить по Твоей защите и заботе. Благодарю Тебя, Отец Небесный, и во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Дорогие уважаемые друзья, у нас есть для вас радостная весть. В нашей церкви проходят домашние группы. Именно на них вы можете не только получить ответы на все интересующие вас вопросы, но и прекрасно провести время в изучении Слова Божьего, в молитве, в хлебопреломлении и, конечно, в чудесах Божьих. Домашние группы – это то место, где ты духовно растешь. До полной информации ты можешь обратиться к Груздеву Тарасу, Норину Сергею, Мелкомукову Андрею, ну и ко мне, Лежаеву Николаю. Мы очень ждем тебя. Теперь вы можете сделать пожертвование через приложение Сбербанк Онлайн на вашем смартфоне. Открываем приложение Сбербанк Онлайн, переходим в раздел «Платежи и переводы», в строке «Название» или «ИНН» пишем «Радостная весть». Далее вводим фамилию, имя и отчество отправителя, после чего в строке «Назначение платежа» мы указываем «Добровольные пожертвования» и «Сумму пожертвования». Привет! Мы молодежное служение «Иные». Мы двигаемся в творчестве и служим Богу нашими талантами. Если ты уже успел или успел напрячься, расслабься. Дальше будет легче. Три. Привет. Блин. Мы двигаемся в творчестве. Привет! Это бьюти-блог. Каждую субботу мы проводим молодежное служение для ребят творческих, музыкантов, а также артистов. Мы общаемся, играем, пьем чай и отдыхаем. Заводим новые знакомства и берем что-то новое для себя. И, кстати, христианство для нас не религия, это образ жизни. И это ни капли не скучно. Мы не стремимся казаться кем-то, кем мы не являемся. Мы лишь показываем, каково это жить с Богом и как Он может изменить твою жизнь. Если ты готов к нашим безумным идеям, с которыми не проходит ни одной субботы, добро пожаловать! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Надежда. Я являюсь старшим командиром отряда царских охотников города Тольятти. Хочу пригласить вас в международное служение, которое есть на 5 континентах. Лидеры царских охотников объединяются с родителями, чтобы помочь ребятам принять важные решения и возрасти в отношениях с Богом.
вовлечь их в приключения, наполнить знаниями и окружить заботой. Наша миссия – воспитать их активными служителями Церкви, для которых служение Богу – это великая честь и ответственность. По всем вопросам обращайтесь ко мне.